Так, вот это посмотрим мои достижения. Главного босса прошел на кошмаре или на экстриме, кто как называет. Вот этих тоже всех на экстриме в свое время прошел. Супер. Тоже вот. И теперь мы сыграем Краш сперва на самом легком, потом на самом сложном. Итак. Итак, мы появились в отдельной комнате. Там оповещает, что Quake 3 Arena. У нас уже есть ружье. Здесь есть стандартный пулемет, который бестолковый. Мы берем ружье, меняем его. Это у нас майка. Она нам дает 50% брони. Типа бронежилета. Это у нас аптечки, которые дают 5% к нашим жизням. Телепорт в одну сторону. Назад уже дороги не будет. Как выйдешь отсюда, все. Выходим, вот она. Как видите, она проходит мимо, даже не стреляет. Вот еще у нас майка. Берем еще майку на 50. С одного выстрела вплотную убиваешь ее сразу. Это у нас плазмаган. Тоже вот маленькие такие штучки к нашему бронежилету. По 5 добавляем. Это у нас патроны к плазмогану. Оп. Welcome to Quake 3 Arena. Jump here to reach the other portal to begin Crash. Hunt Crash to win this arena. You have lost the lead.
Так, выигрывается краш на экстриме. Всем пока, с вами был Серега Скелет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем счастливо.